Всего 3 килограмма – вес аккордеона для начинающих музыкантов, которых привлекает исполнительское мастерство именно на народных инструментах. К слову, стандартный вес аккордеона – 10-15 килограммов. Альбина второй год занимается по классу аккордеона. Инструмент, который школа получила сегодня, это и ее подарок. На маленьком инструменте мне удобно, и мне теперь не надо носить в школу инструмент. В свое время школа получила грант от городской благотворительной организации «Лига женщин Мост Добра». Как его использовать, решали всем коллективом. Приобретенный аккордеон российского производства, как отмечают преподаватели отделения народных инструментов, с хорошим звукоизвлечением, небольшим весом и, главное, необходимый сегодня школе. Народное отделение пользуется огромной популярностью. И такие инструменты, как баян, аккордеон, гитара, балалайка, домра, они точно так же востребованы. Играть на хороших музыкальных инструментах, качественно, извлекать качественные звуки – это гораздо приятнее для детей. Приятно и осознавать, говорит руководитель городской общественной организации «Лига женщин Мост Добра» Елена Пахомова, и то, что виден результат работы. Это слова благодарности взрослых и счастливые лица детей. В правилах нашей организации помогать всем, это в уставе нашей организации. Мы занимаемся не только благотворительностью, мы занимаемся всевозможными программами. И в частности, вот очень помогаем творческим коллективам, творческим детям. Это наш город, это наш край, это развитие народного творчества, это наша история. И дети должны лучше в этом, как говорится, разбираться, понимать. И мы, конечно, с очень большой поддержкой к этому отнеслись. В целом, Лига женщин Мост Добра поддерживает различные учреждения, оказывает индивидуальную помощь. Ежегодно Лига женщин проводит конкурс «Хрустальный петушок», где на сцену в рамках творческих состязаний выходят дети с ограниченными возможностями здоровья. Также члены организации помогают в проведении спортивных соревнований, приобретении формы накануне учебного года, костюмов для творческих коллективов и подарков на Новый год. Рената Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.